Всем хай. Так, я нашел наконец-то решение проблемы после обновления там какого-то, не помню, 15. Ну сколько там 15, сами знаете, короче. Короче, дело в чем? Заходим в апдату. Local. Fortnite game. Save it. Config. Windows клиент. И вот это, короче, удаляем полностью. И потом вот вы удалили, вы зашли в игру, и у вас в свойствах не. Ну, галочка эта должна снята быть. И все. И вам должно это помочь. Ну, то есть вы опять ставите режим производительности, опять перезаходите в игру, у вас все должно быть. Опять вернуться нормальные текстуры. Так что, если кому-то помогло, ставьте плюс в комментарии, лайк. Так что всем удачи, всем пока.